От чего зависит наша жизнь? Все люди отличаются, и у каждого своя жизнь. Если посмотреть на этот мир, мы видим, что одни люди живут счастливой жизнью, другие несчастные. Так от чего же зависит наша жизнь? И главный вопрос, можно ли ее изменить? Могу ли я в жизни иметь то, что я хочу? Могу ли я в жизни получить то, о чем я мечтаю? Могу ли я изменить жизнь? На этот вопрос я отвечу вам «да». Каждый человек может жить той жизнью, о которой он мечтает. Для того, чтобы изменить жизнь, нужно ответить еще на один вопрос. От чего зависит наша жизнь? И я знаю ответ на этот вопрос. Друзья, наша жизнь зависит от мыслей, которыми мы живем. Мысль сама по себе является первоисточником всякого обстоятельства и всякого события, которое происходит в нашей жизни. Мысль сама по себе имеет потенциал и цель самореализации. И самореализация мысли выражается в том, что она должна материализоваться. Материализация каждой мысли, которая в нашей голове является конечной точкой. Поэтому человек, который меняет свое мышление, который заменяет негативные мысли на позитивные мысли, он начинает видеть перемены в своей жизни. Для того, чтобы из несчастного человека стать счастливым человеком, необходимо изменить мысль. И когда мы меняем мысль, мы приходим к тому, что мы видим перемены в обстоятельствах нашей жизни. Обстоятельства нашей жизни, они могут быть вот такими. И мы просто с тяжестью проживаем каждый день. Мы можем видеть несчастье, мы можем видеть проблемы, мы можем видеть самые большие трудности, нищету. Но также мы можем видеть и другую картину, когда мы меняем свою жизнь, когда мы меняем свое мышление. Мы начинаем видеть другую картину, мы начинаем видеть, как из проблемы мы приходим к победе, мы приходим из трудных обстоятельств в хорошие обстоятельства. И вы знаете, в жизни людей, которые мыслят позитивно, любое зло обращается в добро. Проблемы оборачиваются во благо. И мне хочется сегодня сказать каждому человеку, что самое главное и самое важное, и то, с чего нужно начать, чтобы изменить свою жизнь, нужно начать со своего мышления. Нужно начать с того момента, когда вы осознаете свои негативные мысли и замените их на позитивные.
И именно это есть отправная точка для путешествия к великим победам. И нет ничего невозможного. Все, о чем человек может мечтать, можно достигнуть, если поселить эту мысль в его голове. В следующей передаче я продолжу делиться теми мыслями, которые приведут вас к новой победоносной жизни.